Спонсор прогноза погоды – Международный томографический центр МРТ-технологии. В новом отделении МРТ-технологии установлен 128-срезовый компьютерный томограф фирмы Philips. Ведущие специалисты города и сотрудники томографического центра помогут вам в диагностике патологии легких, лор и внутренних органов, костей и суставов, сердца и сосудов. Теперь в Международном томографическом центре все современные методы лучевой диагностики. Высокопольная магнитно-резонансная и мультиспиральная компьютерная томографии, ультразвуковые исследования экспертного класса. По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 31 марта ночью и днем ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, метель, днем без осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный 3,8 метров в секунду, ночью порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 15, минус 17, днем 4-6 градуса мороза. 1 апреля ночью и днем ожидается погода без осадков, днем небольшой снег и метели. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 8, минус 13, местами минус 15, минус 20, днем 0, минус 5. 2 апреля временами ожидается небольшой снег, слабые метели, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 10, минус 15, местами 17-22 градуса мороза, днем 0, минус 5. 3 апреля ожидаются снег и слабые метели. Ветер западный 2,7 метра в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха минус 3, минус 8, днем 0, минус 5 градусов. Автомобиль «Лада» – высокий уровень надежности даже в сибирском климате. Официальный дилер «Лада» – автосалон «Авто-1». Главный спонсор прогноза погоды – автосалон «Авто-1». Говорят, здесь слишком круто. Слишком темно. Слишком жарко. Слишком скользко. Но что для одних слишком, для нас возможность проявить себя. «Лада Веста» от 512 910 рублей. Превосходство на нашей территории. «Авто-1» 330 0303.